очень вкусное карамельное пирожное с малиной и арахисом. И начнем мы с заполнения наших формочек. Это могут быть как полусферы, так и сердечки, квадраты. Это все зависит от вашего желания. У меня это самые обычные силиконовые полусферы. Я заранее уже растопил шоколад, сливочное масло и сливки. Заполняем наши полусферы, берем понемногу шоколада в каждую. После того, как мы наполнили формочки, можно их вот так вот немножко встряхнуть. Форму шоколадную я поставил в холодильник. И для крема я начал уже подогревать молоко, где-то 250-300 мл. Ну что ж, приступим к основному приготовлению крема. В миске смешал 2 яйца, 1,5 столовые ложки картофельного или кукурузного крахмала, 1,5 столовые ложки муки и ванильный экстракт. Добавляем туда около 150 граммов сахара и 100 мл молока. Вводим подогретое молоко в нашу массу тоненькой струйкой, это обязательно. Переливаем крем обратно в кастрюлю и ставим на огонь. И добавляем туда 20 граммов какао. Добавляем в крем 50 грамм сливочного масла и мешаем до растворения. Этот крем мы не ставим ни в холодильник, никуда, потому что он будет застывать очень быстро. Постоянно его помешивая, поставьте лучше в холодную водичку, он быстро остынет, не успеет сильно затвердеть и успеем наполнить их пирожные. Заполняем нашу формочку где-то наполовину. Наполнили наши формочки, ставим в морозилку минут на 10-15. Пока наши формочки с кремом стоят в морозилке, мы приступим к третьему этапу, почти последнему нашего приготовления. Добавляем в кастрюлю 150 граммов сахара. Карамель я буду готовить со сливками 20% и со сливочным маслом. Сахар, когда мы поставили на огонь, его ни в коем случае нельзя перемешивать, как-то его переворачивать, двигать. Он просто должен превратиться в сахар такого коричневатого оттенка. Пока наш сахар плавится, я взял 20% сливки. Нам их надо немного подогреть, приблизительно от 40 до 50 градусов. После того, как карамель наша готова, я отключил плиту и вливаем подогретые сливки. Карамель забрасываем уже немного подостывшую 50 граммов сливочного масла и хорошо размешиваем. Заливаем остывшую карамель в каждую из формочек. Разравниваем карамель по формочкам и прячем еще в морозилку минут на 25-30. Для застывания карамель нам понадобился где-то час в холодильнике или 15 минут в морозилке. И мы приступаем к нашей начинке. У меня для начинки есть малина и арахис. Наполняем формочки по вашему желанию. Можно больше малины, можно больше орехов. Ну и для нашей последней части приготовления мы смешиваем 2 яйца и 100 граммов сахара и взбиваем их до полного растворения. Нам не нужно, чтобы корж поднялся, он должен быть тонким, чтобы как раз зайти в форму. Поэтому, когда перемешали яйца с сахаром, вливаем 50 мл молока. Предварительно просеянное какао и муку всыпаем маленькими порциями в нашу смесь. Духовку поставили предварительно на 120 градусов. Всегда смотрите по своей духовке и выливаем в форму. Эта форма обязательно должна быть широкой, чтобы впоследствии мы могли вырезать чашками или стаканами формочки под наши полусферы. Как видите, корж, как я и хотела, не поднялся, очень стал удобный для того, чтобы заполнять им формочки. Теперь я подобрал чашку как раз под диаметр наших полусфер. Вы подбираете любые чашки, любые размеры и приступаем к вырезанию. Вкладываем в формочку и придавливаем, чтобы оно вошло во все пазы и сравнялось вровень с поверхностью. И аккуратно разжимая, потихонечку достаем и вот так вот подцепляем.